Всем привет, друзья! С вами Светлана, и это видео предпоследнее, наверное, одно из немногих последних на этом канале. Все дело в том, что я перехожу полностью, абсолютно полностью на площадку ВКонтакте. Есть сообщество уже созданное. Меньше чем за суток там практически уже 200 человек. Я думаю, что группа будет расти. Почему я перехожу ВКонтакт? Ну, все очень просто. Во-первых, катастрофическая нехватка времени, потому что все-таки мне не хватает времени. Я не настолько беззаботный и спокойный человек, даже с учетом, что у меня сейчас мини-отпуск, а дальше я понимаю, что еще будет сложнее за нехваткой времени дублировать контент на YouTube, Telegram, Яндекс.Дзен, ВКонтакте. Я свою личную страничку, профиль всегда наполняла. И вот теперь я все это в одном месте собираюсь делать и никуда не дублировать. Понятное дело, что рано или поздно YouTube закроют, вопрос времени только, когда, да, в нашей стране, потому что Instagram хоть и закрыли, но многие люди до сих пор продолжают там находиться. Я Instagram не особо вела, я его так как личный вела. А вот так вот, чтобы мы с вами могли делиться фото, видео, новостями, то это теперь будет ВКонтакте. Телеграм я не веду больше, я там последний пост поставила, ссылочка на сообщество. А Яндекс.Дзен останется, Яндекс.Дзен будет только в формате статей. То, с чего я начинала и вообще для чего эта площадка была создана, в принципе, но периодичность выхода статей 3-5 дней, раз в 3-5 дней я буду что-то там писать. Потому что это тоже трудоемкий процесс, и написание статей это действительно не очень быстрое дело. А все фото, видео, какие-то новости, вот жизнь пока она такая вот бурлящая, все будет там, поэтому если вы есть ВКонтакте, а мне кажется, ну 90% пользователей уже давно есть ВКонтакте, вступайте в сообщество. Очень удобно отвечать на комментарии, потому что ни в Ютубе, ни в Дзене я просто не успевала еще и на комментарии отвечать, потому что просто помимо Ютуба и соцжизни есть обычная жизнь, реальная жизнь, я не смешиваюсь в понятия, поэтому теперь я там. Вступайте, подписывайтесь, чтобы меня не потерять, потому что ну, в ближайшее время я абсолютно во всех соцсетях, кроме вот этого сообщества, прекращу вести свою социальную или публичную деятельность. То есть я никуда не пропадаю, просто теперь это все в одном месте, на одной площадке, и мне не нужно будет по 200 тысяч раз дублировать контент, тратить время, трафик и, соответственно, еще и упускать комментарии, поэтому подписывайтесь, всех буду рада там вас видеть. Ссылка в описании под видео. Всем пока-пока.